Добрый день, мои любимые зрители! Сегодня на ваших экранах наш любимый Василек. Любимейший! Сегодня я прикупила для себя одежки. Ну, что-то снашивается, что-то уходит на клубочки для ковриков. Вот, нужно пополнять. Это спортивный костюм. 1470 он стоит. 58 размера. С коротким рукавом, но не совсем с коротким он. Я люблю так, чтобы наши локоточки некрасивые так это прикрывало. Вот. Не с длинным рукавом, в этот раз решила взять с коротким. Вот такая красота и чудо на мне. Мне очень понравился. Мой размер всегда, ну, тютя в тютю, вот прямо вот. И длина штанов хороша, и вот и кофточка, и никогда ничего нигде не жмет. Всегда 58 размер покупаю, и всегда прямо кто-то говорит, что больше мерит. Но есть такие вещи, вот у меня, кстати, одна вещь тут тоже есть. Немножко побольше ее делают, видимо, после стирки она будет усадку давать. Я такие вещи редко покупаю, я уже знаю, какие, что и покупать. Я вообще люблю вискозу. Ну и вот этот, вот эти костюмные тоже. Очень классная. Вот футболка. Я думала, как раз вот эта вещь будет более широкая. Нет, это я такая большая. Тоже 58 размер. Вот эта футболочка всего стоит 350 рублей. Я бы беленьких себе побольше взяла, но моего размера нету, тот цвет, который я хочу. Кстати, у меня многие мне сказали, что маленькие размеры до 60-го. Нет, ребята, есть до 68-го. Лично я нашла. Но только, да, конечно, если мы видим модель стройная, хорошенькая, открываем, а там только 40, до 48 размера. Ну, естественно, все не могут быть все модели прямо от 40 до 70. Нет, конечно. Я вот точно так же выискиваю свой 58 размер. Далеко не во всех моделях он есть, какие бы я хотела купить. Но какие модели я для себя нахожу, мне не очень нравятся. Они все мне подходят, все хорошо носятся, замечательно, вот просто замечательно, мне нравится. Вот эта футболка, она другого качества такая, хб-хб, вот она может сесть. У меня таких футболок практически не бывает. Я люблю такие стрейчевые, чтобы они тянулись, вот, или вискозы. Вот. А это вот хб, вот она может сесть. Это так как-то угадалось. Но мне нужна была беленькая, мне нужна была беленькая. Вот следующая футболка вискозная. Она такая легкая-легкая, летняя-летняя, вот совсем летняя. Это уже когда у меня кожа вся закалится на солнышке, когда возможно мне будет уже одеть вот такое все коротенькое, тогда только я ее одену. А так до этого она полежит у меня здесь, вырез очень глубокий. Я долго думала, сомневалась, брать мне или не брать, но взяла. Взяла, возможно, и пригодится, да даже здесь дома ходить, если на улицу не выходить. Я имею в виду, что у меня аллергия на солнце. Я, в общем-то, хожу, стараюсь с закрытым рукавом, ну, чтобы побольше закрыть тело, а это более такая открытая. Но для дома она очень хорошо подойдет с бриджами. Замечательно, да? Мне нравится. Тоже 58 размер. Весь товар у меня 58 размера. Домашнее платье. 700 рублей, 58 размера. Вот такая прелесть. Покрутилась. Мне очень нравится, очень. Но тоже, опять же, ткань как у футболки, которая по 350. Кстати, вторая футболка стоила 630, не сказала цену. Это 700. Вот, возможно, оно тоже немножко подсядет. Если подсядет, то оно мне уже будет маловато. Но мне есть кому подарить. Есть. Хорошо, что мы имеем в окружении большое количество людей, кому можно передарить, отдать. Мне нравится. Мне нравится очень хорошо так платьишко. Самое то. Вот если не сядет после стирки, будет во, супер. Надеюсь, что не сядет. А это платьишко эконом-класса. Стоит всего 500 рублей. У меня одно такое есть. И, кстати, и тоже ткань-то такая же, как и предыдущее платье.
Но у меня есть такое же платье, которое я ношу уже года полтора. И ничего с ним не делалось. Мне кажется, оно наоборот даже вытянулось. И ничего, оно не садится, оно такое же, какое и было прежде. Красота. Сейчас я ради интереса. Вот, может, помните, кто часто меня смотрит, вот это платье. Вот я его ношу уже очень-очень долго. Тоже за 500 рублей куплено. Прекрасно носится. И это платьишко я увидела и сразу взяла, потому что уже есть опыт, что то платье носится, значит, и это будет носиться. И еще я взяла для себя две сорочки. Сейчас посмотрю, как они на себе, на мне смотрятся. Ну, если прилично, тогда покажу. В сорочке и в туфлях. Ну, вот так это смотрится. Сорочка из вискозы. Я всегда любила носить вискозу. И всегда покупала. Потом в какой-то момент даже кто-то написал, и я ответила, может, да, действительно, говорю, ну, написали, что вискоза тяжелая, неудобная. И мне что-то тоже, мне захотелось вроде ХБ. Я купила, ну, наверное, штук 5 уже разных модификаций, разных, разных пошивов себе ХБ-сорочки. Вы знаете, ну, мне не нравится. Мне не нравится. Пока новенькая, она еще смотрится хорошо, а как постираешь, она не очень, не очень. Дома так это... Ну, если не иметь ничего, то можно ходить. А если есть возможность взять другое, то я лучше то выкину и куплю другую, например. И вот мне все же вискоза нравится больше. Она вся как новая. Постирала навсегда вот такая, какая есть. Бывает, что там, например, еще больше вытянется вниз. Но смотря какая вискоза. Вот слава богу, у меня сколько вот вискоз, сколько я в них хожу. Все они хорошо смотрятся. Сейчас я еще одну покажу, она вообще как платьишко. И вот темненькой расцветки. Нет, но все равно это понятно, что это. Начиная сорочка, это видно. Ну, а кто не обратит внимания, то по огороду или по даче тоже мне ходить можно. 840 стоит обе сорочки. ХБ, если ХБ покупать, там трикотаж, они стоят в районе 500-600. Можно и за 400. На эти всегда немножко подороже. Вот такая прелесть. Мне очень нравится. И я довольна, что я купила их. Прямо думаю, сейчас вот две купила, я 4 уберу. Уберу на тряпки. Вот какие были ценники я сняла. Вот 58, 58 размер. Вот 58. Остальные на вещах. У меня все размеры 58. Это я вам показываю для тех, кто... Но не хочет верить, что у меня 58 размер. Правда, я не знаю, какой они представляют. Или больше, или меньше. Черт знает. Еще я хочу показать вот женские трусики. У меня в основном на канале очень крупная женщина. Вот тоже 58 размера. 170 рублей они стоят. Вот такие, вот такого качества. Вот. Мне очень нравится. Я, кстати, редко могу, когда их купить. Они тянутся хорошо, и носятся хорошо, и стираются прекрасно. Вот такие сеточкой. И я их купила двое бежевых, двое белых, двое темных. Все одного качества, все вот сеточкой. Видно, не видно вам. Ну, вот на беленьких хорошо видно. Кстати, вот эти вещи разбираются очень-очень быстро. Их надо поймать, когда они есть в наличии. Не каждый заказ вот я могу купить. Но не всегда бывает, так что в этот раз вот повезло. Еще я заказала своему внуку штанишки. Парню нашему 9 лет, это на 12 лет, но он у нас высокий. Высокие родители, высокие, и ребенок ему как раз будет. Как раз штанишки теплые, зимние, вот с таким начесом. 675 рублей стоит. Вот. Замечательные брючки. Брючки для мальчика. Вот такие красавчики. Принты. Самое то с горок кататься. Спасибо огромное интернет-магазину «Любимый Василек». Вот так смотрится, выглядит сайт сейчас. Кто здесь покупает постоянно, уже увидел, что сайт обновился.
Ссылки сейчас будут немного другие. Ставлю уже новые ссылки, и на предыдущих я уже поменяла. Так что заходите, выбирайте, смотрите. Спасибо. Процветания вам, хороших покупателей. И радуйте нас товаром еще долгие-долгие-долгие годы. А моим зрителям я говорю до свидания. Всем пока-пока. Ссылки на этот магазин будут под видео и в первом прикрепленном комментарии. До новых встреч, мои любимые!